Я, к сожалению, не могу ответить экспертно, будет или не будет перемирие, потому что просто не владею, да, этой информацией. Но скажу о том, что, конечно, очень переживаю и очень хочу, чтобы там перемирие и мир наступили. Потому что любая война – это всегда жертвы, это всегда, неважно с какой стороны, и кого, и как, и где, в любом случае это всегда умирают невинные люди. Кому что сказали, кого как сагитировали, где что произошло. Нам нужно бороться, и мы делаем все, что от нас зависит на сегодняшний момент. И Россия делает все, что может для того, чтобы сократить количество жертв, которые, к сожалению, да, вот сейчас их много. Очень надеюсь на то, что и Европа будет делать все для этого. И все-таки в ближайшее время разум восторжествует и найдет определенные способы, да, найдет ресурс, президент Украины найдут способы для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирным путем, чтобы просто прекратить вот это вот взаимное убийство.